Кассета восьмая. Из области таинственного. О душе. Страница 715. Антихрист. С этой будущности Израиля, по словам пророков, будет совпадать эпоха распространения безбожия по всей земле. Это злосчастная во всех отношениях година, беспримерная по силе и повсеместности распространения безбожия, небывалая по тяжести, продолжительности и широте распространения бедствий, которые будут поражать человечество, наступит перед вторым пришествием Иисуса Христа, перед кончиной мира. Прямо и ясно сказано: Сын человеческий пришедший, найдет ли веру на земле? Во Священном Писании эта година называется «последние дни», «последние времена», «последнее время». 2 Петра 3.3, 1 Тимофея 6.1, Даниила 11.4.9. Продолжительность ее в Писании не определена. Конец ее совпадает с пришествием Иисуса Христа и концом мира. Но начало ее будет наступать постепенно, и потому его трудно разграничить от предыдущего времени. Нельзя указать определенного момента времени, с которого она начнется. Из книги пророка Даниила и из Апокалипсиса видно, что последний и самый страшный период этой годины продолжится 3,5 года. Разумеем, время царствования Антихриста. Но злосчастная година страшных бедствий и необычайного распространения нечести и безбожия начнется раньше начала царствования Антихриста, как это видно из речи Иисуса Христа о кончине мира, из второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам и из Апокалипсиса. Царствование Антихриста будет только завершением и концом этой годины, последним периодом ее. Но как продолжителен будет предшествующий царствование Антихриста период этой годины, это неизвестно. Чрезвычайное распространение неверия и нечестия во всей земле, всеобщая взаимная вражда между людьми и народами, которая еще задолго до кончины мира усилится до того, что восстанет народ на народ и царство на царство, что люди друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, так что даже предаст брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. Большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет, когда люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Умножение беззакония и сопровождающее его охлаждение любви к людям, предание на мучение и на смерть христиан и ненависть к ним со стороны всех народов за имя Христа, мерзость запустения, речено через пророка Даниила, стоящий на святом месте. Все это и вызовет кончину мира, подобно тому, как яд, отравляя все соки живого организма существа, причиняет последнему смерть. Господь Иисус Христос прямо сказал, что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Это значит, что если бы Иисус Христос и не пришел тогда, чтобы произвести окончательный суд над человеческим родом, чтобы разрушить и обновить огнем небо и землю, все-таки существование человеческого рода прекратилось бы. Перед кончиной мира владычество, дерзость и распространенность безбожия, глубина и общая распространенность нравственного растления и физическая захудалость в человеческом роде будут столь же необыкновенны и чрезвычайны, как будут необычайны многие физические явления и другие события, которые тогда совершатся, как необыкновенна сама кончина мира. Это будет эпоха во всех отношениях, и в частности, в отношениях к безбожию, исключительная, единственная, беспримерная, страшная и злосчастная. С
Столь же исключительны и причины необычного распространения безбожия перед кончиной мира. На основании Священного Писания и учения отцов Церкви мы можем высказать частью предположения, частью и положительные суждения о причинах страшного распространения и необыкновенного владычества безбожия перед кончиной мира. Отметим также и характерные черты безбожного духа тогдашнего времени. В Священном Писании есть некоторые указания на то, что безнравственность, нечестие и безбожие последние годины будут подготовляться постепенно, быть может, в течение очень долгого времени. Евангелист Иоанн Богослов уже о своем времени говорил: «Как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». В то же время и апостол Павел писал, что тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Однако протекло уже 19 веков с тех пор, как сказаны были те и другие слова, и кончина мира все еще не наступила. Но с другой стороны, апостолы, как писатели Бога вдохновенные, не могли высказать в своих посланиях, принятых в канон Священного Писания, ошибочных мыслей, и притом о предмете столь важном. Как же нужно понимать приведенные слова? В них выражается не то, что во времена апостолов приближалась кончина мира, а указывается на сходство событий гражданской и церковной тогдашней жизни, тогдашнего духа времени с тем, что будет происходить перед кончиной мира, и современный апостолом година изображается ими как начало печального и страшного конца. Начало не поблизости времени, а по сходству явлений жизни. В словах апостола Павла это высказано очень ясно. Он вовсе не говорил, что наступает кончина мира. Совсем напротив, он самое послание то свое пишет к фессалоникийцам с той преимущественно целью, чтобы некоторых из них, ожидавших скорого наступления конца мира, разубедить в этом мнении. Он соглашается с тем и утверждает, что тайна беззакония, того беззакония, которое во всей силе и наготе обнаружится перед концом мира, уже действует, но оно действует именно как тайна, прикровенно, малозаметно, как малозаметен росток, который только через многие годы становится видным для всех огромным деревом. Подобным образом и кончина мира не настанет до тех пор, пока тайна беззакония, уже начавшаяся, не совершится, то есть пока не обнаружится и не осуществится в полноте и во всей силе. Когда это будет, апостол указывает, но только не прямо, а таинственно. Это будет тогда, когда будет взят от среды, удерживающей теперь. Но что такое удерживающий, когда он будет взят из среды, этого апостол не изъясняет. Не указывая ясно, когда последует конец мира, он, однако же, убеждает солунян не верить слухам, распускаемым неблагонамеренными людьми, что конец мира уже наступает. Разъяснение истинного смысла приведенных слов апостола Павла дает ключ к пониманию слов Иоанна Богослова, которая, в свою очередь, проливает свет на слова апостола Павла. Слова того и другого апостола параллельны и соответственны. Мысль в них приблизительно одна и та же, и только выражена она различно. Антихристами евангелист Иоанн Богослов называет людей, отвергающих Отца и Сына. Он же говорит, что всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Об Антихристах он говорит еще, что они вышли от нас, но не были наши. Ясно, что под Антихристами он разумеет еретиков своего времени, гностиков, отвергавших Бога воплощение и не признававших Христа Богом, эвианиотов, признававших Христа только человеком, эвианитов, и других еретиков, а может быть, также и лжехристов, много лжепророков появилось в мире,
приписывая всем таковым людям дух Антихриста, имеющего прийти перед кончиной мира. Евангелист Иоанн говорит, что он, то есть настоящий Антихрист, теперь есть уже в мире. Но так как в его время настоящего Антихриста не было, и он знал это, то ясно, что и объявление настоящего Антихриста в его время и наступление последнего времени, дети, последнее время. Иоанн Богослов говорит в том же смысле, как и апостол Павел, о тайне беззакония, как начавшей действовать, но еще не совершившейся, не осуществившейся. То есть он указывает предшественников, имеющего прийти Антихриста, но предшественников не по непосредственному, а по отдаленному преемству, не по времени, а по духу. Еретики отвергли Христа как Бога человека, а вместе с тем, если и не отвергли Бога, то, по крайней мере, неизбежно извращали учение о Нем. На место христианского поставляли свое лжехристианство. И настоящий Антихрист будет отвергать Христа и совращать христиан в свою веру. Только он далеко и безмерно превзойдет еретиков степенью дерзостью, силой и успехами в отрицании Христа и христианства. Он будет истреблять христиан, богохульствовать, называть себя Богом и владычествовать на всей земле. Между тем, как еретики предизображают обольщения и соблазны, которыми Антихрист будет отторгать христиан от Христа. Гонители христианства из иудеев и язычников были и бывают предшественниками Антихриста в его истребительной войне против святых. Поэтому не без основания под тайной беззакония, которое, по словам апостола Павла, уже в действии, некоторые отцы церкви, например, Златоуст, разумели Нерона как прообраз Антихриста. Ибо, говорит Вселенский Учитель, и тот, то есть Нерон, хотел, чтобы его считали Богом. Хорошо, сказал он, то есть апостол, тайно, ибо Нерон не так явно и бесстыдно выдавал себя за Бога, как Антихрист. А другие отцы церкви по тайной беззакония разумеют еретиков. И в таком случае сходство и параллелизм двух изъясняемых мест из первого послания евангелиста Иоанна Богослова и из второго послания апостола Павла к фессалоникийцам будет еще ближе. Так блаженный Феодорит говорит, иные утверждали, что Нерона назвал апостол тайной беззакония и делателем злочестия. Но думаю, что апостол означал сим породившиеся ереси. Потому что имя дьявол доводит многих до отступления от истины. Наименовал же их тайное беззаконие, потому что сеть беззакония в них сокрыта. Сам же дьявол явно ведет людей к богоотступничеству. Посему-то пришествие его апостол назвал открытием. Ибо что всегда приуготовлял в тайне, провозгласит тогда открыто и ясно. Эти разноречивые толкования можно примирить предположением, что апостол Павел под тайной беззакония разумел Нерона только преимущественно, как наиболее типического, и притом современного ему прообраза Антихриста, но не исключительно его одного. Пиша свои послания в ответ на потребности своего времени, апостолы, тем не менее, предназначали их для всех времен. Как евангелист Иоанн Богослов, говоря о современных ему еретиках, антихристах, подразумевал еретиков последующих времен, как выразителей антихристианского духа, так и апостол Павел словами «тайна беззакония» обозначил предшественников Антихриста всякого рода и всех времен, еретиков, безбожников, неверующих и лжеверующих, гонителей христианства. Самый способ выражения апостола Павла дает понять, что действие тайны беззакония будет не кратковременное, не единократное, какова была деятельность Нерона, а постоянное, имеющее продолжаться до того времени, пока она не обнаружится явно, дерзко, во всей силе и страшной широте,
пока антихристианский дух всех времен, воплощающийся и действующий в разнообразных противниках Христа, не сосредоточится в антихристе, пока он не достигнет завершения высшей степени развития и вместе своего конца в безбожии, безнравственности и антихристианстве перед кончиной мира. Не один Нерон, а целый ряд Неронов этих гордых самообожателей, жестоких деспотов, кровожадных, как тигры, завоевателей, безнравственных распутников, нечестивых безбожников, сумасшедших попирателей истины и страшных гонителей христианства, пройдет в течение веков до конца мира. Ирод, так называемый великий, избивший 14 тысяч вифлеемских младенцев, римский император Калигула, безумно говоривший, что если бы у человечества была одна голова, то он отсек бы ее. Домициан, Диоклетиан, Юлиан Отступник и другие жестокие гонители христиан. Аттила, названный бичом Божиим, Чингисхан и Тамерлан, превращавшие многолюдные города в груды мусора и целое царство в пустыне, и воздвигавшие вместо памятников огромные пирамиды из отрубленных голов, Наполеон и другие Тамерланы нового времени, и за честолюбие и властолюбие погубившие миллионы людей. Кто они, как не предшественники по духу, как не прообразы по жизни и деятельности того зверя, выходящего из моря, которому дано вести войну со святыми и победить их, которому будет дана власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, которого даже образ, одушевленный чародейской силой его помощника, зверя, выходящего из земли, будет говорить и действовать так, что будет убиваем всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Далее, если евангелист Иоанн Богослов назвал антихриста гностиков, отрицавших боговоплощение, докетов, иудействующих, не признававших Христа Богом, отступников от христианства, принявших истинную веру, но не устоявших в ней, лжепророков и лжехристов, поставлявших себя на место истинного Христа, то не должны ли быть названными антихристами все позднейшие еретики, а также имеющие виться впоследствии? Не антихристы ли, не предшественники ли апокалипсического антихриста гностики II и III века, манихеи, антитринитарии, ариане, аполлинаристы, несториане, монофизиты и монофилиты, пелагиане, иконоборцы, богомилы и павликиане, социниане, жидовствующие, древние и новые антиномисты, наши раскольники, беспоповцы, наши хлысты и прочие сектанты, ирвингиане и другие бесчисленные толки мистического сектанства? Не антихристы ли крайние рационалисты прошлого и нашего века, вроде Паулюса, Штрауса, Ренана? Не антихристы ли деисты, пантеисты, радикальные скептики и агностики, материалисты и безбожники? Не антихристы ли будут и все имеющие виды еретики, отступники от веры, лжеверы, отрицатели, враги и гонители религии и христианства, враги истины и добра, закоренелые в грехах, богохульники и безбожники? Все таковые были и будут предшественниками, прообразами и предуготовителями апокалипсического зверя антихриста в тех действиях последних, в которых они явятся, он явится лжецом и обманщиком, явным, сильным, дерзким врагом Бога, христианства, религии и всего святого, и будет требовать божеского поклонения только одному себе. Еретичество, кровожадная жестокость, нравственное беззаконие, богохульство и безбожие, и соединенные с ними умственный упадок и физическое вырождение, проявляясь в течение веков в разных формах, то ослабевая, то усиливаясь, но никогда не прекращаясь, замирая в одних формах
и в одних местах, и возгораясь с новой силой в других местах, и в других народах, в других видах, будут постепенно накопляться в человеческом роде зло, антихристианство, вражда против Бога, хотя еще есть промежутки, но все-таки будут усиливаться, пока не возрастут до всепоглощающего потопа зла перед кончиной мира. Эта почва произрастит и антихриста, а главное, она будет благоприятствовать безмерным, всемирным успехам его безбожной деятельности. Конечно, главной причиной необыкновенной быстроты и широты успехов его пропаганды безбожия будет то, что он будет, хотя человек, но в нем сосредоточится вся сила сатаны. Самое пришествие его будет по действию же сатаны, и по действию же сатаны оно будет сопровождаться всякой силой и знамениями, чудесами ложными и всяким неправедным обольщением погибающих. Но и сам сатана, и антихрист, в которого он вложит всю свою силу, не могли бы в столь короткое время, именно в 42 месяца, распространить безбожие по всей земле, если бы успехи их деятельности не были подготовлены предшествующим погружением человечества во зло, предшествующим распространением в человечестве антихристианского и богопротивного духа. Если бы человечество уже не было предрасположено к отпадению от Бога и Христа и к переходу в царство сатаны, а такое безбожное и противнохристианское предрасположение человеческого рода, имеющее быть перед концом мира, перед явлением Антихриста, подготовится постепенно, частью самим историческим ходом развития и накопления зла, частью скрытой деятельностью дьявола, напряженность которого будет усиливаться по мере приближения земной истории владык человечества к концу, и предугадывание дьяволом конца своей власти на земле. Вот это-то противохристианское и безбожное предрасположение человечества, имеющее быть и усилиться перед явлением Антихриста, имеющее начаться, быть может, даже задолго до него, и будет ближайшей причиной и естественным источником безбожия, которое при Антихристе распространится по всей земле. А раннейшие безбожные эпохи, как, например, безбожные эпохи прошлого и текущего века, равно как всякого рода антихристы и всякого рода антихристианство всех времен и мест, могут быть признаны отдаленными причинами печального нравственного и религиозного состояния человечества перед пришествием Антихриста, и через подготовку этого состояния отдаленными источниками безбожия последней страшной годины. Личность Антихриста. Скажем теперь о лице Антихриста. Кого надо разуметь под этим именем? Протестанты и раскольники беспоповщинского согласия стараются доказать, что под именем Антихриста, упоминаемого в Священном Писании, должно разуметь или целое общество беззаконников, или их преемственность, или антихристианский дух и учение, или же, наконец, все это вместе. Апостол учит, что Антихрист будет не одно какое-нибудь лицо, а целое царство, устрояемое действием и хитростью дьявола под управлением лживых учителей, председательствуешь в Церкви Божией. Подобные мысли раскрываются и в других протестантских сочинениях. Так говорят протестанты. Но такое мудрование ложно. Ясное учение как Священного Писания, так и Церкви Вселенской, обличая неправоту заблуждающихся, несомненно показывает, что Антихрист в собственном смысле этого слова будет одно, определенное лицо, а не какое-либо общество или противохристианское направление. Хотя Антихрист, учил святой Иоанн Дамаскин, есть и всякий неисповедующий, что Сын Божий пришел во плоти, что Он есть совершенный Бог и сделался совершенным человеком, не переставая быть Богом,
но в собственном смысле и преимущественно называется Антихристом тот, который придет при кончине века, человек, имеющий принять на себя все действие сатаны. Говорят, иже, то есть Антихрист не человек видимый, говорят беспоповцы, но в человецах сущее отступление, в них же аки в сосуде своем обретается и живет и обладает. В Священном Писании находятся ясные и несомненные указания на то, что кроме многих антихристов или противников Иисуса Христа, будет еще антихрист как лицо особенное. Это можно видеть в словах Иисуса Христа, сказанных к неверующим иудеям. «Я пришел во имя Отца Моего, и вы не приняли Меня. Если придет иной во имя Свое, того примите». Иоанна 5:43. Некоторые из неправомыслящих утверждают, что здесь слово «ин» относится вообще ко всякому лживому пророку или учителю, имеет значение неопределенное. А весь смысл этих слов Спасителя нужно излагать так. «Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня, а если какой-нибудь лживый учитель придет к вам от своего имени, такого вы примете». Но к Антихристу, как к особенному и чрезвычайному противнику Христову, относят эти слова святой Кирилл Александрийский, блаженный Феодорит, Феофилакт архиепископ болгарский, святой Златоуст, который их так изъясняет. О ком это Христос говорит, придет во имя Свое? Здесь Христос указывает на Антихриста. «Если вы преследуете Меня, — говорит Он, — из любви к Богу, то гораздо более следовало так поступить с Антихристом. Он насильственно будет похищать все Ему не принадлежащее и называть себя Богом над всем». Подобно восточным и западные древние отцы и учители церкви видели в этих словах Спасителя предречение об Антихристе, как особенном и чрезвычайном противнике Христовом, которого иудеи примут за Мессию. Так изъясняют слова эти, между прочим, святой Амвросий Медиоланский, блаженный Иероним, блаженный Августин. Апостол Павел в своем втором послании к фессалоникийским христианам оставил ясное учение о лице и свойствах этого врага Христова. «Откроется человек греха, — освидетельствует он, — сын погибели, противящийся, явится беззаконник, пришествие по действию сатаны его же». Самый образ выражения греческой речи в этих словах представляет Антихриста как определенного человека. Апостол называет его «человеком». Беззаконие, то есть чрезвычайным беззаконником, злодеем-безбожником в особенном и крайнем значении этого слова. Перед каждым же из этих наименований Антихриста поставляется определенный член «хи», а греческие «члены», замечает святой Епифаний, придают предмету определенное значение. Так, например, означает человека вообще, а со знаком одного только определенного человека. Кроме того, апостол здесь же говорит, что Антихрист сядет в Церкви Божией, будет выдавать себя за Бога, творить знамения и чудеса для обольщения тех, которые не прияли любви истины. Свойства эти не могут быть относимы к обществу, а приличествуют одному лицу. Рассматривая слова апостола, рассматриваемые к Антихристу как к лицу особенному, святой Иерей и ученик его святой Ипполит, святой Кирилл Иерусалимский, предложив вопрос об Антихристе, кто же это такой, отвечает, что всем случаям нужно прибегнуть к учению апостола Павла, и при сем рассуждает об Антихристе как особенном человеке и орудии дьявола. Святой Златоуст на основании слов апостола Павла, 2 Фессалоникийцам 2:3, говорит об Антихристе. Кто же таков он? Сатана ли? Никак. Но человек некоторый, приемлющий все его действо. Блаженный Иероним, Феодорит Кирский, святой Иоанн Дамаскин. Все на основании этих слов апостола единогласно говорят об Антихристе, как особенном человеке.
Святой апостол и евангелист Иоанн, которому открыты были последние судьбы мира, пишет: «Дети, вы слышали, что придет Антихрист, и ныне много антихристов». Святой Иоанн в этих словах указывает христианам признаки последнего времени. Такими признаками поставляет он, во-первых, имеющего явиться Антихриста, во-вторых, уже появившихся противников Христовых. О первом говорит в числе единственном, а о втором во множественном. А это показывает, что он различает Антихриста вообще от Антихриста в смысле особенном. Кроме того, об одном Антихристе апостол говорит только как об имеющем прийти, но еще не существующем. Антихрист грядет. Напротив, о многих антихристах свидетельствует, что они уже появились, были. Тайнозритель, конечно, знал, что и после него в Христовой Церкви появятся многие еретики и лжеучители, подобные появившимся при нем. Следовательно, если бы хотел указать здесь под именем Антихриста не лицо особенное, а только вообще учителей, лжеучителей, то или совсем не упомянул бы о нем, или сказал бы так же, как и о существовавших в его время, то есть что Антихрист грядет в числе множественном. Притом апостол Иоанн, когда говорит о многих появившихся антихристах, то не поставляет перед их наименованиями члена, и этим дает знать, что он разумеет здесь всех вообще противников Христовых в целой их совокупности. Напротив, когда говорит о грядущем Антихристе, то поставляет перед его наименованием член, показывая этим, что он разумеет некоторое особенное определенное лицо. Это свидетельство святого Иоанна об Антихристе как определенном лице столь ясно и непререкаемо, что неправомыслящее проходит его молчанием. Итак, Священное Писание ясно научает, что, вопреки лжеучению неправомыслящих, под именем Антихриста в смысле собственном, должно разуметь особенного и чрезвычайного врага Христовой Церкви, который по существу своему будет лицом отдельным, человеком, а не каким-либо обществом или сборищем безбожников. Глава 10. О воскресении мертвых. О воскресении мертвых по верованию святых угодников Божиих. Веру воскресения мертвых святые угодники свидетельствовали ясно и несомненно. Святой Антоний исповедовал: «Верую в Господа, что воскресение мертвых воскреснет это тело нетленным. Не боюсь я смерти, — говорил святой Яков Персианин, царю, угрожавшему муками. Временная смерть не есть смерть, но сон. Как от сна восстанут из гробов все люди в страшное пришествие Христа моего». Когда этому святому мученику отрезали большой перст, и приставник царский стал увещевать его, говоря: «Пощади себя, Иаков, послушайся повеления царя, поклонись богам и жив будешь». Тогда он сказал: «Когда отрезают от виноградной лозы ветви ее, то в каждом отрезанном месте она вновь прозябает и приносит плод. Так и человек, насажденный в винограднике Бога Вышнего и присоединенный к истинной лозе, Сыну Божию, отрезываемый ныне временную смертью, в будущем веке воскреснет цел, зеленее прозябанием нетленной славы и принося плод вечного воздаяния». В Ефаистской стране в одном монастыре некто именем Иеракс учил, что воскресения теперешних тел не будет, и что Господь даст каждому другое, новое тело. Случилось там быть святому Епифанию Кипрскому. Сей святитель пришел в монастырь в то самое время, когда Иеракс проповедовал свое лжеучение. Услышав его, святитель, обратившись к нему, сказал: «Да заградятся уста твои». Тотчас Иерак сделался нем и не мог сдвинуться с места. Тогда святой Епифаний сам стал учить народ
и на основании Слова Божия утверждал, что каждый восстанет в том теле, в котором живет в мире сем и умрет. А Иераксу сказал: «Слышишь правую веру, и теперь сам скажи слово истины». Отверзлись у Иераксу уста, он покаялся в своем заблуждении и исповедал слово истины. Утверждая и возвещая истину воскресения мертвых, святые угодники приводили и основания для сего воскресения, указывая на воплощение и искупление, совершенное Господом Иисусом Христом, и тридневное воскресение Его из мертвых. Господь же к большему утверждению сей истины и в обличении сомневающихся в ней по молитвам святых угодников воскрешал мертвецов еще всей жизни. Христос исповедовал, святой мученик Дула, из любви к роду человеческому Христос соделался человеком для того, чтобы, как одним первосозданным человеком, смерть вошла в мир, так одним же человеком, Господом нашим Иисусом Христом, вошло воскресение людей.